Зимняя Олимпиада под угрозой, считают многие, из-за климата в Сочи. Они говорят, погода здесь часто меняется и совершенно непредсказуема. То дождь, то слякоть, а иногда зимой совсем нет снега. Но синоптики утверждают, погода в феврале следующего года будет по-настоящему зимней и не помешает провести игры. Точный прогноз эксперты смогут дать за 2 недели до Олимпиады. Но по предварительным расчетам в районе Сочи будет холоднее, чем обычно, и выпадет больше снега. Синоптики считают, температура будет подходящей для зимних видов спорта. Можно представить себе, как может меняться температура во время вот Олимпийских игр. Например, на Красной Поляне она может в ночные часы опускаться до минус 10 градусов, а в дневные подниматься до плюс 10 градусов. Средняя февральская температура воздуха на побережье в Сочи – 6 градусов тепла. Но поскольку все соревнования будут проходить в горах на высоте до 2000 метров, то на олимпийских объектах будет холоднее. Температура с высотой падает примерно на 6,5 градусов. То есть если у нас внизу это 6 градусов средняя температура, то уже поднявшись на 1000 метров, мы имеем 0, поднявшись все на 1000, мы имеем минус 6. Также синоптики обещают, что снежный покров на Красной Поляне в этом году будет больше из-за повышения температуры Черного моря. Но все же на случай, если погода подведет и снега будет недостаточно, Оргкомитет Сочи-2014 создает целую систему снегохранилищ. Это 500 000 кубометров снега и специальные пушки для его распространения. Они помогут быстро восстановить лыжные трассы, если теплый воздух и дождь смоют снег с кавказских склонов. NTD, Москва, Россия.